Всем привет! У микрофона Веля! Итак, дамы и господа, сегодня 14 января, а это значит то, что у Ромы Гриза сегодня день рождения, и ему исполняется 28 лет. Я решил, как бы, ну, не с пустыми руками, как бы, подарочек, все дела нужно сделать, и я прокачаю инвентарь Ромы Гриза на 28 тысяч голды, потому что 28 лет, 28 тысяч голды, все это, как говорится, логично. Итак, ребятушки, я, собственно, на аккаунте Ромы Гриза, все дела, да-вот. Ну, Ромасик Гриз, смотрю инвентарь пустющий, прям капец. Ну, есть ножи, есть перчатки, есть там, типа, какие-то арканочки, но 28 тысяч уже на балансе, поэтому, собственно, давайте сейчас прокачивать Роме Гризу аккаунт, собственно, на его день рождения. Ну, и не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, колокольчик, плюс комментарий, также в Телеграме, если вы хотите прокачку, либо промокод. Ну, и поздравляем Рому Гриза, собственно, в комментарии. Let's go, let's get it. Ну а мы погнали. Блин, братанчик, я уже давно играю в одну очень классную онлайн-игру. Это же симулятор реальной жизни. А тебя все еще там нет, другалечек. Мы уже с подписчиками и клан создали. И катаемся на очень дорогих классных тачках. Уже и дом купили, и наводим суету в городе. В смысле ты не знаешь про эту игру? Это же онлайн-РП. В последнее время я стал много времени проводить за интересной мобильной игрой, где есть море фана и веселья. Хочу вас позвать играть вместе со мной в онлайн-РП. Это настоящий симулятор. Симулятор реальной жизни, где ты можешь быть кем угодно. Покупай недвижимость и тачки, флекси деньгами и крутой одеждой. Стань бандитом и держи в страхе весь город. Тут ты найдешь все, о чем когда-либо мечтал. Кстати, это мобильная игра, которая не требует мощного железа и запуститься может даже на стареньком телефоне. Просто представь, жизнь твоей мечты с морем фана и угара прямо в твоем кармане. Это точно стоит попробовать. Тем более, по моему промокоду Веля можно получить 120 тысяч игровой валюты и люксовый автомобиль Cadillac. А для старта это очень круто. Кстати, вы можете поиграть вместе со мной. Вам всего лишь для этого нужно перейти по ссылочке в описании и скачать игру. Установить игру на свой телефон. В настройках выбрать свой игровой ник в формате имя, нижнее подчеркивание, фамилия. И все. Я играю на 4-м сервере Гавайи, поэтому залетай и давай играть вместе. Тем более с моим промокодом ты со старта будешь крутым чуваком. Жду тебя в онлайн-РП. Ну что ж, давай-ка мы посмотрим вообще, что у него есть. Я вижу, у него есть перчатки, у него есть нож Butterfly Legacy. У него есть, кстати, USP Stone Cold. Сатрековский тоже прикольный рис. Листак, это хорошо. Где у него явно слабые места в инвентаре? Ну, во-первых, это один нож. Это один нож, это ужасно. Как можно иметь один нож, как бы? Ну, как бы, ты можешь взять и нож, как бы, один нож за АКТ, другой нож за Т, как бы, да. И одни перчатки еще. Это, как бы, ну, это надо будет фиксить, понимаешь? А дальше М4-1 Bubblegum, тоже не статрековский, что-то это как бы, ну, ни рыба, ни мясо. Nest у него есть, G22, но он стоит-то, в принципе, неплохо, да, как бы для пистолета G22, но можно что-то ему тоже интересненькое подобрать. Я вижу то, что калашик у него, АКР Фабрик Шторм, тоже надо что-то такое, там, не знаю, какой-нибудь АКР ТХ, например, бахнуть. И я не вижу АВМ, я не вижу ни АВМ, я не вижу... Короче, все это дело будем фиксить, прямо сейчас. Давай начнем сначала, я думаю, ну, наверное, с дорогих скинов мы начнем, потому что потом дальше мы будем это по мани-менеджменту проходиться, сказать. В общем, один нож, одни перчатки. Это ужас. То есть, вот, допустим, Butterfly Legacy и Gloves Burning Fist, у него есть сетапчик, окей, но нам нужно ему еще один сетапчик собрать. То есть, мы берем что? Ножи. Мы берем все ножи. Давай мы посмотрим, что у нас по ножам интересненького есть. То есть, во-первых, смотри, то есть какой-нибудь Blue Blood, красивенький за 7900, кстати, тоже прикольненький. Тем более, можно какой-нибудь керамбитик подобрать. Давай посмотрим, что вообще можно подобрать интересно. Давай так, чтобы нож был не дешевле Легаси. Потому что, ну, а как бы, ну, а чё бы нет, когда да? Но смотри, у нас, да вот давай, допустим, мы берем какой-нибудь Blue Blood. Blue Blood — это такой красный ножичек, все дела, нужно к нему подобрать, получается, перчаточки, да? Что у нас по перчаточкам? Что у нас по перчикам? Давай, перчатки. Какие-нибудь красные интересные. Ну, во-первых, во, хендкрафты, например,
какие-нибудь прикольные, можно ему будет на Blue Blood поставить, либо собрать, кстати, Gloves Rider вместе с Керамбитом, кстати, давай мы сейчас подумаем, что можно такое сделать, потому что, на самом деле, за 15 Universe брать, ну, это слишком дорого, потому что есть впереди еще куча скинов, которые нужно обновить молодому, так сказать, Роме Грицу, да, 28 лет, это еще такая, это еще только начало жизни, чуваки, на самом-то деле. Вот, значит, давай так, но я тебе скажу сразу то, что Universe, он, ну, он дешевенький, 3200, типа, я вот не знаю, ну, ГГВП. Хотя давай, знаешь что, давай мы берем Universe. Мы берем Universe, мы делаем сетап. Если мы не можем сделать сетап с Blue Blood, ладно, хрен с ним, как говорится, да? То есть нож мы купили, хорошо, перчи. Ну, фиолетовый под фиолетовый. Слушай, можно еще панковские взять перчи, реально будет балдё. Панковские 2200, сетап примерно на 5-6 тысяч голды. Прекрасно, в итоге что? В итоге у нас есть сетап 1 и сетап 2. Прекрасно, то есть давай мы этот сетап мы сделаем для... Этот сетап мы сделаем за теров, давай за теров сюда, а это мы сделаем за КТ сюда. Все, смотри, есть два сетапа, ножи, перчатки за одну сторону и за другую сторону. Хорошо. Дальше, что мне точно не понравилось, это М4-1 Bubblegum. Будем исправлять Bubblegum. Давай, значит, пушечки. Мы берем М4А1, давай применить и посмотрим, что есть. Во-первых, есть у нас что? Правильно, Immortal статрековский. Кстати, очень красивый скин. Очень дорогой, довольно-таки хороший, прикольный, красивенький. Хорошо, я бы не брал бы, наверное, Bubblegum статрековский, потому что, ну, зачем, когда есть, ну, как бы, Immortal, да? Вот, тем более, ну, вот, он играл с Bubblegum'ом, окей, хорошо, присытился к этому скину. То, что там будет, типа, счетчик статрековский, как бы, я думаю, что погоды не сделает. Ну, мы романтику покупаем. Immortal за 3000 голды. Сюда все прекрасно. И давай сразу мы ему поставим Immortal. Вот так, где у нас? Вот, все. Применить. Хорошо, все. Эмочка у него есть. Знаешь, чего у него точно нету? Так это АВМ. Ромасик, другалёсик, давай мы тебе подберем хорошенький АВМчик. Итак, АВМ. Что у нас есть по АВМу? Слушай, можно какой-нибудь красивый 2-Ears Red взять. Да, хорошо было бы на самом-то деле. Очень классный, красивенький скинчик, знаешь. Потому что вот, нет, можно и Винтерспорт брать спокойно, как бы. Чё бы нет, когда да. Винтерспорт тоже это такая, типа, интересная тема. Но... Винтерспорт, он дороговатый, хотя подожди, вместе вот с такими вот наклейками. Да, все, это мы берем. Подожди. Ну, с такими наклейками мы берем. У меня просто был... У меня была мысль, либо 2-Ears Red, либо Винтерспорт. Разница всего лишь в 100 голды, но зато здесь, в сетапе, я еще приобрету еще и красивые наклеечки. Все прикольненько. Берем, хорошо. Есть Винтерспорт, есть, так сказать, балдеж есть конкретный. Применяем, прекрасно, все. Красивейшая ВМ, великолепно. Дальше. В чем, что здесь еще есть такого интересненького, кому можно прикопаться? Смотри, к чему я могу прикопаться. АКР-12 карбон, М16, нет, М16 есть красивого. Давай АКР-12 мы переделаем. АКР-12 можно взять, кстати, спокойно какой-нибудь рейлган статрековский. Да, я бы взял какой-нибудь рейлган статрековский бы прямо сейчас спокойно, потому что Муарена, которая у него там стоит, М16, она вполне такая, типа, красивая. Да, еще и с виноградинками. Прекрасно, берем. Шикардосик, прикольненько так применить. Хорошо, в принципе... М16 трековский есть, все прекрасно. АКР-12 Railgun есть, шикарно. Чего еще нету? Давай посмотрим. В принципе, ну, Юмп как-то, там, не знаю, Юмп Церберус. Ну, можно, я не знаю, подобрать Юмп какой-нибудь. Например, Юмп Бист, да, как бы, давай Юмп Бист с... Да даже если с наклеечкой, давай возьмем, чего бы нет, вот сюда, бам-бам-бам-бам, хорошо. Вот, и давай сейчас как раз-таки его поставим. Так, есть, шикарно. То есть мы разобрались сейчас, типа, с Юм 45. Пулемет трогать не буду. С пулеметом он не играет. М40 тоже не играет. Хотя, что у него тут за скин за 38 голды? Да и хрен с ним, как говорится. FNFL Tactical тоже такое. P350 Tekking. Надо исправлять. P350 Tekking. Давай мы посмотрим, что у нас здесь есть. Допустим, мы можем взять P350 Forest Spirit статрековский. Да еще и с молниями, что мы прямо сейчас и сделаем. Forest Spirit красивый скинчик. Тем более, это скинчик супер-мега-олдовый. Аромасик у
на стендоффе. Алдовый игрок. Так, ну давай дальше. Давай дальше. Что я еще точно вот у меня из головы вылетело, да, как бы, потому что мне нужно быстренько сейчас сетапчик собрать, потому что Романтик еще не в офисе, да, понимаешь? Я так быстренько бам-бам-бам-бам-бам. Потом Романтик заходит, такой, типа, йоу, видать, пойдем в стендовчик. Он заходит, а у него будет просто пушечный инвентарь. Представь, вот это я подарок считай. Вот подарок это вообще. Вот великолепный подарок, я считаю. Хорошо. Так, 7000 голды у меня есть еще на балансе. Давай посмотрим. P90. Упс. Ну давай, что там еще по P90 можем пройтись, посмотреть. Да, а дальше я, может быть, пойду по, может быть, брелкам, наверное, если стоит, конечно, так заморачиваться. Давай за 600. Хорошо, есть. Мы берем и применяем. Хорошо. Nest, кстати, точно. G22. Ёкарный бабай. Давай посмотрим G22. Что у нас из G22 есть интересненького? Есть Nest Атрековский. Есть монстр, кстати. Ну, монстр Атрековский. Берем прямо сейчас за 1500. Найс, прекрасно, хорошо. Во, красивенький, очень красивенький скинчик. Прекрасно. Desert Eagle Orochi, в принципе, неплохо, хорошо. А, М4, точно, я вот про М4 смотрел, что-то я как-то взял и забыл. М4, статрековский, давай смотреть, что интересненького можно купить. Ну, знаешь что, можно, в принципе, взять... Ну, я бы взял самурай, что у него там есть. У него, на самом деле, у него пиксель шторм. Я беру самурай, прямо сейчас покупаем за 580 голды сюда. Хорошо, прекрасно, что мы делаем. Инвентарь сюда и мы берем и применяем. Так, найс, 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 найс. Что можно еще? Так, АВМ есть. Все остальное есть, здесь есть, это есть. Юсп есть. 5-7. Есть, Веном, хорошо пойдет. Есть у нас, получается, перчи, есть ножи. Что бы еще такого, блин, бы бахнуть на самом деле, потому что, ну, как бы, в принципе, я беру не, ну, типа, у Ромасика не полностью нулевый аккаунт. Вот, поэтому нужно посмотреть. Давай мы что делаем, да, мы сейчас зайдем вот сюда. Вот, зайдем мы сейчас в тренировку, мы сейчас зайдем и пройдемся полностью по сетапу. Посмотрим вообще, что у него там стоит, что не стоит, посмотрим вообще визуально. Давай визуально посмотрим, там мы, по-моему, сбились на настройки управления, но, в принципе, пофиг. Вы пока что ставим лайк. Лайки прямо сейчас, блин, реально, прям возьмем сам. Да, у меня троечки сбились, но ничего страшного. Кстати, нужно только руки пофиксить, и все будет чики-мабалейла. Так, классические руки, хорошо. Так, что мы делаем? Сюда смотрим, что у нас здесь. Это хорошо, это у нас Houston Cold, это у нас хорошо. Рислис это есть, все хорошо, все хорошо. С пистолетами, в принципе, все окей. Дальше тяжелое оружие. Фабум нету, дробовика этого нету. Понял, дробовики. Пройдемся чисто для галочки, возьмем и купим. Есть. Дальше, МАК-10 нету, Юмп есть, МП-5 нету, МП-7 нету. Еще к дробовикам берем еще МАК-10 и берем еще МП-5, по-моему, да, и МП-7. Хорошо, винтовки здесь есть, здесь есть, здесь есть, здесь есть. Калашик! Я забыл про калашик, точно. Все остальное, в принципе, есть. И снайперские винтовки, М110, но это, в принципе, окей. Хорошо, все, в принципе, понял. Все дробовики нужно покупать пешечки. И я забыл про калашик. Боже мой, как у меня из головы это, чуваки, вылетело. Давай, калашик, надо что-нибудь красивенькое посмотреть, может быть, ТХ чисто возьмем, как бы, не статрековский, а обычный можем взять, как бы, чисто, чтобы, знаешь, красота была полнейшая. Давай, мы берем акусик, да, мы берем акусик и смотрим, что у нас по акусикам есть. У нас по акусикам есть, ну, ТХ Treasure Hunter за 3400, кстати, можно взять. Некромантер статрековский, да, с наклеечками, брат, с наклеечками, нужно брать с наклеечками. Lucky Star, нет, не знаю. Ой-ой-ой, брат, вот, с наклеечками взяли, все, супер, с наклеечками, да тем более и еще и статрековский, найс. Давай дальше пройдемся по тому, почему я хотел пройтись. Дробовики вот так вот мы берем, вот так вот бабахаем, да, дробовики, значит, мы что берем, давай мы возьмем, фабом бум, наверное, мы возьмем, да, либо, нет, мы не будем сейчас очень много тратить голды на дробовики, давай мы возьмем чисто для галочки, потому что Ромасик шибко с дробовиками не играет, да, как бы, вот, давай мы это взяли, здесь статрековский, давай мы тоже возьмем с молнией, вот, как бы, будем ждать, пока оно будет покупаться, наверное, ёкарный бабай, стендовчик, ты чё, офигел, блин, реально, я тут подарок Роме Гризу готовлю, а ты тут лагаешь, ладно, я думаю, что он купится, так, и все, в принципе, да, и все, фабом, SMD14 мы купили, и спас мы купили, хорошо, у нас еще в запросах стоит Зевс, окей, дальше, по пешечкам, это у нас сюда, и сюда,
сюда. Вот это вот пешечки, которые нужно купить. Давай посмотрим, что можно по пешечкам купить. Да, а, например, можно Two Ears Red взять спокойно. MP7 берем, отлично. Можно взять MP5 Reactor тоже берем, отлично, статрековский, прекрасно. И что еще у нас? И у нас, по-моему, MAC-10. Да, MAC-10, отлично. MAC-10 можно чисто аргу купить, тоже с молнией. Хорошо, сюда есть. 1500 у нас голды, дамы и господа, осталось. И осталось у нас для чего? Осталось, по-моему, на М110. На М110 Celestial Beast давай возьмем. Не знаю, вот как бы просто, как бы, знаешь, чтобы плюс еще, плюс еще одна арканочка была. Так, в голове держим то, что Зевс у нас, блин, куплен, но он еще не подгрузился полностью. А здесь мы берем и применяем. Применяем. Так, где Фабум? Где Фабум, который я покупал? Подожди, а Фабум я не купил. Все понял. Вот, вот немножечко протупил. Фабум. Здесь Фабум есть. Давай Фабум Перот. Давай Перот возьмем по классике. Фабум. Да смотри! Все, купился, хорошо. Берем, покупаем. И теперь мы заходим наконец-таки в тренировочку. Наконец-таки заходим и смотрим сейчас сетапчик Ромы Гриза, чтобы мы ничего, дамы и господа, не забыли. Ничего не забыли. Все это дело проверяем, что все окей, что все прекрасно, что все чики-бамбалейла. Давай смотрим. Итак, пистолеты. Пистолеты все есть прекрасно. Тяжелое оружие Фабум, SMG-14 спас, он на подгрузке есть. М60 есть. Хорошо, пистолеты-пулеметы есть. Все есть. Винтовки есть. Все есть. Прекрасно. Снайперские винтовки есть. Все, прекрасно, чуваки, все, ну подарочек упакован. Подарочек упакован, ребятушки. Так, давай посмотрим. Подарочек упакован. Не забываем сейчас, опять же, еще говорю, лайки, подписки на канал с колокольчиками. Также еще телеграм обязательно по ссылочке в описании. Давай смотреть. И в итоге, дамы и господа, инвентарь выглядит вот так вот, прекрасненький, великолепный инвентарь, и еще 806 голды у нас есть на то, чтобы собрать там наклеечки, брелочки, вот это вот все. Но это Ароматик уже сделает по своему усмотрению. В общем, подарок на день рождения Ромы Гриза готов. Не забывайте, ребятушки, ставить лайк, подписываться на канал с колокольчиками, писать комментарии, подписываться на телеграм-канал, если хочешь прокачку, либо промокод. Ну и поздравляем Рому Гриза с днем рождения в комментариях. А у микрофона был Веля, спасибо большое за просмотр, всем удачи, ребятушки. И пока!